Всем привет, это подкаст YouWeb Design. Сегодня 27 июля 2015 года, выпуск номер 47, 9 часов по челябинскому времени. Всем привет, не 9, а 21. 21.00. Но у нас 21.09 в данном случае. Здесь можно видеть на нашем компьютере аналоговые часики. Macintosh. Да. У нас сегодня есть несколько громких тем. Они на самом деле не очень громкие, но тем не менее. Что было бы, если бы Apple использовал материальный дизайн? Поговорим про плохие примеры дизайна навигации. И про пост-CSS. Вот это самое громкое. Сейчас все навострились. Да. Погнали. Погнали. Ну и еще по какому поводу все обычно у нас навостряются, это когда мы включаем наш джингл про смарт-тейп. Поэтому слушаем. YouWeb Design и хостинг-провайдер smarttape.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать», в поле промокод ввести YouWeb Design 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Так, это ты второй раз? Может, просто будем мотать его постоянно? Я согласен, да, до часа. Я хотел опять подшутить, что какой-нибудь период оплаты. Ну да. В новом сезоне, может быть, будем даже перезаписывать джингл. Может быть, уже не смарт-тейп будет? А, ну да, тоже может быть. Оставляйте свои комментарии, если вдруг у вас есть предложение получше, чем смарт-тейп, хотя, казалось бы, это невозможно. Не, ну, я да, не знаю. Так, я сейчас открою нашу первую темку. Первая темка awful. Я не включил супер программку, которая позволяет вот так делать одним нажатием. Вау. Ты ее это специально включать? Ну, я перезагружал компьютер недавно, потому что у меня он тупил. Я думал, это в Safari встроено. А хрен там, это к любому окну так можно делать, не только к Safari, mm-hmm. но и к нашему чатику в Телеграме, например. Ну, это круто. Короче, первая тема у нас про неправильные. У нас заголовок звучит про дерьмовые примеры дизайнов навигации. Так вот, про неверные. Поговорим сегодня. Статья написана достаточно для развитых людей, которые понимают что-то в дизайне. И вот, допустим, первый пункт. Слишком много опций, слишком много вариантов. Too many options. Uh-huh. Вот так делать не надо. Именно пункты говорят, что нам не надо делать слишком много опций. И тут даже вот есть картиночка, пример, в которой реально опции, и они еще, самое главное, разного размера, разного всего. И они все разные, и непонятно, что нужно, их много, и куда жать, и, в общем, пользователь сразу теряется и не понимает, что надо просто одну зеленую кнопку сделать. Ну да, здесь вот они пишут, что типа многие пытаются, чтобы вот в одном месте были вообще все варианты страниц, которые на сайте есть, чтобы они все в одном месте были сконцентрированы, и человек мог попасть. Но вы, надо user experience-то слушать, свой внутренний user experience голос. Mm-hmm. Что если есть какие-то страницы, на которые попадают только по желанию, то пусть они будут не сверху, а где-нибудь снизу. Или там на ссылках в статьях, то есть, ну... Ну, кстати, для этого есть толстый футер. Можно же там вообще хрен что наворотить в толстом футере. Ты сверху сделаешь, ну там, about us одну кнопку. Ну и какой-нибудь call to action, типа заказать звонок, там, mm-hmm. вот что-нибудь такое. А потом уже, кто хочет посмотреть реально там карту сайта и так далее, это все в толстом футере просто есть. И я помню, год назад, может быть даже 2 года назад, я был сильно против толстых футеров. Мы прям, я даже с тобой помню, это обсуждали. А потом я стал за собой замечать, что я их использую. Я их ищу глазами, когда захожу просто на другие сайты. Мне удобно сразу до него проскроллить, чтобы посмотреть там о компании, там миссия компании. Это старость, я считаю. Может быть. Но подожди, старики-то они даже и не знают, что там есть толстый футер. Откуда вот я этого нахватался? Я, кстати, не знаю. Мне кажется, с какого-нибудь сайта Вовки. Когда я еще искал историю мира Warcraft на старом worldofwarcraft.com, когда еще у них не было даже разделения на европейские реалмы и американские, когда еще даже русских в помине не было. Mm-hmm. И там, по-моему, в толстом футере была сразу ссылочка на эту статью, а иначе ее нужно было находить несколькими кликами, а там в один клик можно было попасть. Ну, надо заметить, что, да, американцы любят использовать толстый футер почему-то, именно вот на американских сайтах. Ну, исторически у них много сайтов на Drupal'е,
И там, по-моему, толстый футер чуть ли не в дефолтной теме есть. Не, ну исторически у них все сайты, у них сайты как Craigslist, они, в принципе, это один большой толстый футер. И один большой юзабилити. Да. То есть оно все понятно, но выглядит как говно. Да, кусок юзабилити, да. Давай дальше, короче. Второй пункт — это wrong options. То есть вообще вот просто не те пункты, которые, да. И вот на скрине, на самом деле, я так понимаю, неправильный вариант — это love letters. Типа, что это такое? Ну и, в принципе... Остальное я нормально, ну, products, да, окей. Where to buy, about, blog, contact us. Действительно, вот только love letters. Да, то есть скрин не сильно раскрывает, но бывают всякие дурные, так скажем, варианты в меню. И хочется вроде их включить. Давай, вот давай здесь, у нас есть какой-нибудь, допустим, мы продаем пиццу, и вот у нас еще есть суши, знаешь, вот любят пиццу и суши совмещать. Ну, вот давай еще суши сюда воткнем. А на самом деле не надо. Лучше... Да, если твой пользователь зашел сюда за пиццей, не надо его смущать. Но здесь вот это и написано, что сайт отвечает нуждам тех, для кого он был задизайнен. Если здесь пришли посмотреть про вот это, то любовные письма здесь как бы... Ну, я так понимаю, это прям реально утрированный вариант, что любовные письма — это просто бред. Это не то, что у этого бренда есть какой-то такой кич там и что-то такое. A link like message from the president may be important to a company CEO. Короче говоря, если для директора компании имеет важность как страница, то есть в нашем случае, на самом деле, заказчики очень часто хотят... А вот я хочу, чтобы вот эта ссылка была на главной. И нужно очень мягко и деликатно объяснить, что мы здесь мастера, что и мы говорим, что вашим пользователям нахрен эта ссылка не нужна. Если она нужна вам, это еще ничего не значит. У меня еще дочка песни поет. Да, давай ее песню на главную подвесим. Ничего, что у нас про сварку. Да, вот, вот примерно так. Третий пункт. Go big or go home. То есть надо делать... ваше меню по навигации ваши под большие экраны. То есть не забывать про это. Не то, что делать там какие-то обычные там эти. Ну, как у нас с тобой на UWeb-дизайне сделано, я тебе напомню, мобильное у нас прям на весь экран распахивается, если можно сказать, что это распахивается. Мобильное? Ну, сейчас я тебе напомню, раз ты уже подзабыл. Давай, давай. Или мы сейчас... Все подумают, что мы с тобой разыгрываем эту вот эту... Да, вот это подзабыл, напомним. Оп, и она большая. Она не очень большая из-за того, что ее дохрена. На самом деле можно... У нас много опций, кстати говоря. Да, и, возможно, неправильные опции. Например, Google+. Кому он нахрен? Но придется исправляться. Вот так же с поиском у нас, видел, да? Ну да, да. Подсраться. Я вот иногда, когда вспоминаю, что у нас так сделано... Гениально. Хорошо. Гений. Давай дальше. Следующий пункт. Fly out menu mayhem. Я так понимаю, что это именно про вот эти вот вываливающиеся пункты. Ну да, здесь fly про out. Дропдауны говорят. Да, то есть именно дропдауны. То есть... И иногда дропдаунится сразу сраный досвидос, который весь сайт застывает. Как у нас, как у нас. Да-да-да, это вот, кстати, вообще часто любят. Еще, знаешь, в несколько колонок ты наводишь, у тебя еще 4 колонки вываливается. Я тебе больше скажу, если мы сейчас загуглим mega menu CSS, то на, как же его называют-то, не CodeDrops, а второй, который мы пиарим, CodeHouse, вот. Там потакают этому и выкладывают прямо варианты, как сделать мега-менью удобным и красивым. Удобным и красивым оно от этого не становится, там вот досвидос сраный вываливается, вот такой. Так вот, мы сегодня в статье объясняем, что так делать не нужно. Не, ну, с одной стороны, ты как бы можешь, конечно, себе это позволить. Это может себе Amazon, например, позволить. Когда у них все там категории, обувь или магазин спортмастера. Вот там это удобно. А на сайте стоматолога, или кто это тут? Manufacturing Design Innovation. Ну, какой-то просто институт дизайна. И там, может быть, это и нахрен не надо. Согласен. Ну, давай дальше. Inconsistency. Все мы знаем слово consistency, в принципе, да? Что все должно соответствовать друг другу, так да, скажем. Да, если кнопки уже одного цвета и одного вида, то если они вдруг другого вида, они должны принять Я что-то как будто сматерился, но я прям хотел сказать, неважно. Они должны прям быть одного варианта. И если они совсем другие, они должны разительно отличаться, и не больше двух таких вариантов, чтобы не запутать людей. То есть обычные кнопки и прям главная кнопка Call to Action, опять же. Мне нравится скриншот, на котором два меню, кнопки всех разных цветов и какие-то... И текст зеленый на зеленом. Короче, вообще прям идеальный сайт, чтобы... Да, они, возможно, еще могли показать, что на следующем слайде, ты видишь, здесь слайдер. Mm-hmm. На следующем слайде уже желтая и синяя кнопки, например. Это вообще, это круто. Да, то есть, ну, потому что вот технически желтый, а желтая и красная, например, тоже весь желтый тоже есть в логотипе. Можно же все цвета использовать. Кстати, да. Да, кстати, можно, много же цветов. Да. Дальше, too long.
очень любят называть, особенно, знаешь, мне кажется, это от неопытности, что ли, вот, любят называть длинные, вот, длинные всякие названия опций, так скажем, именно пунктов меню, и, знаешь, вот не просто about, а вот all about our company. Ну, или, или не оставьте заявку, оставьте нам, пожалуйста, свою заявку. Мы вас любим. Нам очень важно ваше мнение. Да-да-да. Wrong tone. Это, я так понимаю, про то, что вот именно надо как субординацию соблюдать. Да, да. Ты как-то, блин, так круто сказал, просто охренеть. То есть надо, чтобы вы были с пользователем, как бы он ваш пользователь. Не надо с ним там... Вот тут как-то пример тупой. Здесь how we can help. Это бред. А если сказать услуги... Сервис. Это уже более солидно так и прикольно. Но how we can help подойдет для какого-нибудь хипстерского стартапа. Или чтобы деткам how we can help. Тоже, да. Ну, то есть, опять же, какого-нибудь хипстерского стартапа. Так, ну и в заключении. Все круто. Ваш experience должен быть так соответствовать вашему меню. Точнее, вашему меню, вашему user experience. Easy to use, мне нравится, через дефис. Ну да, для того, кто пользуется, easy to use должно быть. Ну вот так. Коротенько пробежались. Ну, да, по времени нормально. Материальный дизайн и Apple. Вот так наша тема следующая звучит в наших записульках с Никитой. Казалось бы, два далеких самых. Да, но мы... Вот это не тема про Apple и даже не тема про материальный дизайн. Это тема про дебила, которого интервью берут здесь. Давай. Что произойдет, когда чувак из Apple вдруг откроет для себя материальный дизайн? В смысле, то есть чувак из Apple, который использует дизайнер, Apple, да, или да, дизайнер, нет, или... Дизайнер. Ага. Когда Apple guy, это... слушай, ты мне сейчас открыл новое видение. Да, чувак, который использует, потому что он и есть тот чувак. Да, да, он да. от себя и говорит, что я всегда был Apple фанбоем, типа. Но тут я увидел материальный дизайн. Да. Угу. Ой. Ну давай, что-то говори. У нас все беда. Телек выключается. Да, ты пока рассказывай, что там в статье. Я рассказываю. В общем... Автор пишет... Я не знаю, кто автор. Автор — это Мэтью Осажил какой-то. Мэтью МакКонахи. Практически. И он интервьюет чувака из Голландии, которого зовут Джури Хауткамп. Неважно. Самое главное, что он голландец. Да. И самое еще главное, кроме того, что он голландец, ему 20 лет. Окей. Уже 21. Я зашел к нему на дряблый, уже 21. Ну, не знаю, может быть, за время написания статьи как-то он это... Так... Повзрослел. В общем, он чувак, который дизайнер, он там супер любит Apple. И когда материальный дизайн, типа, вдруг начал развиваться, вот этот Джуре Хауткамп, герой нашей истории, он сделал редизайн некоторых иконок в материальном стиле и бомбанули прямо не сильно. Что для него... кого? Мы ж посмотрели, не бомбанули. Ну, в смысле, вот для Мэтью Осажила. На медиуме-то кто угодно же может статью написать. Так это друг про него написал. Ну, друг не друг, на 520 поставил сердечки здесь на медиуме. Так, хорошо. До нас с тобой даже дошло из Голландии. Ну и вот, типа, в основном все прям любят, что вот как у него слэг получился. Давайте прям сразу. Есть такой сайт Material Up. Material Up — это блог, на котором отмечают крутые работы в стиле материального дизайна. И вот, типа, сделал этот чувак слэг. Ну, давайте напомним, как здесь. Здесь накладываются друг на друга вот эти треугольнички, и получается смесь цветов. А тут так... Причем это даже хуже, чем то, которое там в статье у него дается. Тут тенька, во-первых, длинная. Это уже давно. Long Shadow был еще в 2011-м, по-моему. Оно еще было для CS6 Photoshop, был плагин такой. А сейчас уже CC 2015. CC Capital. Так вот, вообще реально это давно было. И все, у него теперь интервью. Типа, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Вот мне 20 лет, я из Нидерландов, я занимаюсь дизайном, очень люблю Apple. Я, типа, начал компанию Cabarera, и они там что-нибудь делают, иллюстрации, бла-бла-бла. В случае чего буду работать полисменом, я так понимаю. Чё за тупняк? Просто он себе рассказывает про... Так, I live without speeding tickets still. Ну да, если типа не удастся заработать, осуществлю свою старую мечту и стану полицейским, всё. Так, его ж там и забьют. Ну, у них таких любят, видимо, в Голландии. В Голландии. В широком смысле этого слова.
Ну, типа, шутят, типа, ха-ха-ха, отличный план Б. А почему вообще тебе понравился материальный дизайн? Ну вот, просто мне, я там вместе со всеми всегда быдлил на Google, что Google говно там и так далее. А вот после Google I.O., когда они представили материальный дизайн, мне так, опять же, не понравился новый Android, что фу-фу-фу. Я посмотрел вдруг, что на Dribbble начали появляться посты про материальный дизайн. И все, я прозрел, охренеть, там, говно. Круто. Вот, вот, Finder, он, например, сделан материальный. Опять же, Long Shadow и скругленные края. И чуть помягче переходы. То есть, у Apple он довольно-таки такой жесткий, а это жесткий. Ну, здесь, ну, на YouTube, наверное, будет видно. Хотя, почему на YouTube будет лучше видно, чем мне, прям перед экраном, не знаю. Но, как бы, да, просто сгладил края именно вот с тем бордер-радиусом, который на материальщине должен быть. Ну, помнишь, мы с тобой смотрели, там, уголки документов, вот это все. Вот. Вот он так сделал, и вот эту теньку. Такой теньки, по-моему, нет в материальном дизайне. Там же у них такая тень, которая только в зависимости от того, насколько нет. материя отстает. Нет, у нее, да. Но вот он предпочитает думать, что он познал материальный дизайн из-за этого, и все круто. И он спрашивает, а где ты вдохновляешься? И он говорит, так а вот потому что я несколько лет уже Dribbble-ом вдохновляюсь. То есть чувак говорит, а, ну ладно, окей. Он стереотипный чувак, который заходит на Dribbble, вдохновляется, вау-вау-вау, круто. Дальше он, ну, добавил, что типа на Material API каждый день теперь смотрит, что выходит. Вот на этом сайте, где лучшие примеры выкладывают. И все, там он сделал вот такую иконочку именно самого сайта Material App вот в дизайне. Тоже. Ну, хорошо. Единственное, что мне реально нравится в материале... Ну, не единственное. Одна из сильных сторон материального дизайна — это вот эти плавные анимации, которые реально показывают, что происходит. То есть тот факт, что у меня из одной кнопочки вот так разворачивается вся страница, например. Помнишь, да, их эту анимацию? Что я вот так жму на пост какой-нибудь в квадратике, и мне из этого квадратика он хоп, вот так расширяется весь пост. Это прикольно. Я физически понимаю, что происходит, что у меня открывается новая страница из вот этого. То есть анимация — это круто. Все остальное, ну, просто спокойненько. И вот они ему пишут, листят. Нам так нравится твоя Slack-иконка. Как вот ты обычно там занимаешься этим всем? Ну, в смысле, рисуешь. Я понимаю. Ну, он говорит, типа, хоп-хоп, открываю Photoshop. Хренак-хренак. В продакшн, да. Все, он так сделал все OS-теновские иконочки. Вот он сделал Slack. Вот здесь нагляднее видно, что тут каждая грань перекрывает друг друга, и цвет складывается. А здесь они перекрывают именно как материи. Но тень опять не та. Я не знаю, почему он называет это материальщиной. Может быть, мы чего-то не понимаем. Напишите в комментариях, чего мы не понимаем в этой жизни. Вот, и самое главное, теперь он начал использовать скетч. Охренеть. Как настоящий cool kid. А собственно, он даже и пишет про kid. Он теперь пишет, что Photoshop, Illustrator такие долгие, неповоротливые. В скетче все так удобно, круто. Это как пользоваться Apple компьютером после Windows. Вот прям настолько же круто. Беда. Как выбираешь цвета? Ну, они написали, он говорит, что у Гугла вообще есть, конечно, гайдлайны, как выбирать цвета. То есть здесь, ну, как бы, понятно, что кого. А какие по интенсивности должны быть разные цвета. Это, кстати, удобно. Респект Гуглу. Все теперь у всех одинаковое такое будет. Ну, и здесь еще есть, он приводит сайт Material Design Generator. То есть два цвета выбираешь, тебе показывают, как твое приложение будет выглядеть, какие у него цвета использовать. По-моему, в паблике мы это выкладываем. Так тут вот и тень, правильно, у кнопочки. Да, здесь-то все верно. Ну, тут-то ни хрен кто делал, видимо. Хотя тоже сомневаюсь. Неважно. Ссылки мы эти все оставим в описании. Точнее, ссылку на эту статью, а тут вы уже вот на эти нажмете, чтобы не голословить. С фоточками он вообще почти ничего не изменил. Вот оно. То есть тут тоже, опять же, все цвета накладываются друг на друга. Складываются. А тут они перекрывают. И то есть прозрачность. По-моему, в материал дизайне прозрачности не бывает. Там вся материя, она плотная. Вот это я не помню. Но, может быть, да. Да, скорее всего. Поэтому, опять же, это какие-то вариации на тему. Но зато тут тень хотя бы правильная. И то это, возможно, не тень, а просто градиент такой. Ну все, вот он там перерисовал вообще все иконки. Тоже вот с Long Shadow сделал их все в кругляшке. И думаешь, это просто на Dribbble так делают. Он как да, бы... Он да. Dribbble дизайн. Да, да. Точно. Ну и все, вот он рассказывает тоже, что ему больше всего нравится именно анимация. Что вот иконочка инбокса, она прям показывает, что ты открыл письмо, и когда ты его прочитал, хоп, галочкой закрасишь, что прочитано письмо, все хорошо. Это реально круто. Календарик тоже, он как суперстарый вот этот винтажный календарь, который на механическом приводе переворачивал вот так
А, собственно, и часы такие были. Mm-hmm. Я не знаю, ты помнишь или нет, в некоторых больницах, а я в детстве много проводил время в больнице, такие были, перекидные. Ну и, короче, бла-бла-бла, материальный дизайн будет жить, Apple бы следовало задуматься и все перерисовать как на дриблы. Это очередной чувак, который говорит, что Apple надо задуматься. Да, да, очередной, именно так. Это у нас почти всего лишь вторая тема, а мы на каждую уже по 10 минут тратим. Угу. Ну, дальше быстрее пойдем. Давай просто чуваки сами сделают свои выводы вот по этому чуваку. Пишите в комментарии свои выводы по вот этому чуваку. Да. Ну да. Короче, дальше. Дальше такая, знаете, развлекательная. Хотя и прошлое, в принципе, было тоже. Так вот, ВКонтакте выпустили мобильное фотоприложение Snapstar. Говорит нам, Цукерберг позвонит. Говорит нам Цукерберг позвонит, а вообще нам это говорят много источников, которые мы смотрели, да? И самое главное, вот этого Snapstar, значит... Все хорошо, все есть приложение, все круто. И вы скажете, а как? А что за приложение? Что оно делает? Я скажу, что это тот же самый Инстаграм. А вы скажете, а как тогда он, как он будет жить? А я скажу, ну там кроме этого есть как в Снэпчете, а это тоже приложение. Там можно обмениваться. Хотя, кстати, в Инстаграме, возможно, тоже можно картиночками обмениваться. Но они там не самоуничтожаются, наверное. В личку можно, но ничего самоуничтожаться не будет. Короче, в общем... И это все не главное. Самое главное — это интеграция со ВКонтакте. Я теперь... думал, самое главное, что нет клиента на Windows Mobile. Это... да, они просто исключили их нахрен. Короче, самое главное, что теперь... Вот, допустим, ты девочка, представь себе, да? Так. Вот. Уже представь. Это мне легко, на самом деле. Легко, вот. И ты, значит, такой запостил на ВК фоточку. Она тебе сразу в твое приложение Snapstar упала, и не надо ничего в Инстаграм там что-то это переделать. Она тебе упала сразу в твою ленту. Все друзья у тебя увидели, залайкали на ВК и залайкали Snapstar, и все лайки в одном месте. Да, они синхронизируются, и лайки оттуда и в туда. И в туда, и в оттуда, да. Они показываются одни и те. И комментарии, и в общем, и ты вообще... И тебе в личных сообщениях кинули фоточку, она тебе прилетела в Snapstar, и ты, в общем, там все это попробовал. И, короче говоря, а сам... Еще знаешь что? Там фильтры. Во-первых, их придумали настоящие фотографы. Крутые. По-моему, в Инстаграме тоже... А, нет, в скоками тоже настоящие. Да нет, я думаю, в Инстаграме тем более. Согласен, да. Можно. Вот, значит, и ты можешь сам создавать фильтр, сам, и можешь их делиться ими с друзьями. Uh-huh. В общем... А там, в смысле, там реально какой-то конструктор фильтров? Да, там какие-то можно что-то накручивать. А, там просто полностью есть пресеты, и можно цветокоррекцию то-то-то добавил и сохранил как фильтр. Uh-huh. Прикольно. Вот, и самое, ну, конечно... Киллер-фича, я бы даже сказал. Ты думаешь, это киллер-фича? Мне понравилось, ты сейчас прям как-то мне так сказал. И ты захотел. Мне очень круто говоришь. Тут есть popular. Да, да нет, здесь на самом деле все то же самое, что в инсте просто... Мне вот интересно, если здесь меня стартит following, а на ВК он мне в друзья добавился, что ли, или что? Наверное, возможно, я вот не знаю это. Короче, попробуйте, может быть, вам понравится. Мне кажется, это сейчас будет сильно активно использоваться. Еще бы они это пропиарили как-нибудь на ВК на самом. Ну да, на ВК вот заходишь, сейчас пока почему-то нету везде выпадающих, да. Меню, попробуйте Snapstar. Как, например, было ничоси, когда 1 апреля. Угу. Почему сейчас, когда я что-нибудь лайкаю, не выпадает Snapstar, мне это все? Кстати, да. Или когда фоточку там заливаешь, допустим. Да. Ну хотя я фоточки... Нет, я утром заливал, как постам-то я тоже фоточки заливал. Ну вот. Не было ничего. Вообще, помнишь, нам с тобой говорили, периодически говорят в чатике или где... Что вышел редизайн ВК и кидает скрин с редизайнутым ВК. И где? В смысле, он? На ВК.ком. Но его опять же каскадно накатывают, как новый Твиттер. А, аккуратно. Нам все еще не привалился. Понятно. Может быть, там уже все Снэпстером будет пророщено. Напишите в комментариях вот по этому поводу тоже. Мы, как вы видите, не очень ВК-специалисты. Да, тем более не Снэпстер, да. Специалисты. И самое главное, мне понравилось дальше. Ты крути вообще в конец. Тут все круто, вы видите, как фен можно... Фен называется фильтр. Фен. Как будто под феном, скорее всего. Действительно. Шайн, фен. Да, крути вниз, короче, а там. А не материальный дизайн. Как же это? Вот надо в ВК-то тоже задуматься, наверное, чтобы в материальном дизайне все сделать. Кстати, да, кстати. Извините. Кстати, вот, вот, мне понравилось. Просто сказали, типа, объясните нам вообще, а что у вас за Snapstar? И вот чувак нарисовал, что Snapstar — это вот такая рыба, которая заглатывает Инстаграм. Типа, ага. Все, Инстаграм будет поглощен Снэпстаром. Вау. Убийца Инстаграм. Вот, да, самое главное.
Нет, это просто стоит отметить, что в 2012 году в американском App Store было запущено приложение с таким же названием, которое позиционируется как убийца. Это, кстати, палео. Вот это, кстати, палео. По-любому, Паша Дуров еще тогда задумывал и тогда запускал. А потом это все загнулось, не поперло. Да, это об этом как раз следующий абзац. Создание собственного фотоприложения в доме Зингера задумано еще в 2012 году, когда руководитель ВКонтакте был ее основатель Павел Дуров. Осенью этого года компания провела конкурс для внешних разработчиков, победителем которого стал петербургский студент Илья Лактюшин. Он получил 1 000 000 рублей за победу, а также 500 тысяч рублей за первое место во втором туре, 50 тысяч рублей за призовое место в первом туре. Соревнование, впрочем, предусматривает создание приложения, не связанного со ВКонтакте. Согласно техническому заданию, разработчику не требуется реализовать интеграцию с этой соцсетью. Ну, короче, они сейчас умно поступили. Я думаю, это будет приносить свои плоды, так скажем. Там, интересно, есть какая-нибудь монетизация? Рекламная фоточка вдруг вперемешку с вашими. А вот в Инстаграме есть какая-то монетизация? Давай подумаем. Не знаю. Вот. Вот да, и но тут они также заглатывают Инстаграм. Ну да, я согласен. Ну, да. В общем, вот так вот. Раскрутить, в общем, не удалось, да. Например, MonkeyChat от владельцев МДК. То есть тут было несколько таких разных убийц. Угу. В общем, дай им бог здоровья на эти коротенькие. Эти коротенькие 7 дней, когда мы будем опять их обсуждать, пойдем. Следующая вкусная тема про пост CSS. Нам неоднократно писали в чатике, в комментах, везде: скажите про пост CSS. Я думаю, а что про него говорить? Про него уже давно все сказано. Это хреновина, которая JavaScript'ом парсит ваш CSS и что-то с ним делает. Угу. И все сказали: ну да, это так, но его там новая версия, и к нему можно теперь легко плагин написать, как галпу. И типа вообще все круто, он прям перевернет ваше мировоззрение. Но я посмотрел вот эту вот презентацию, прочитал, не перевернул. Но все по порядку. Чувак Андрей Ситник и Эвил Злые Марсиане, видимо, это его компания какая-то, я вот не пытался разобраться. То есть русские чуваки, да? Может быть, западно-русские, так назовем. Так, окей. eBay, Groupon, Amplifier работал. На open source у него 2 проекта. Это автопрефиксер, это не пойми что. Может быть, это и есть пост CSS, судя по всему. Да. Автопрефиксер, кстати, теперь стал одним из плагинов к пост CSS. И автопрефиксер мы все знаем и любим, потому что он на CodePen уже очень давно. Ну, знаем, да, любим, я не очень люблю. Но подожди. Но на CodePen иногда используют, черт, грешен. Короче, расскажи, в чем самая главная мулька всей этой хрени? Сейчас, я просто хочу посмотреть. Блин, что с NewPen. Ты хочешь прямо... Я хочу показать, что пост CSS уже в CodePen тоже добавили. Прям толстяк добавил? Толстяк добавил, вот он. Реально. Круто. Охренеть. Я, правда, не знаю, с какими плагинами. С дефолтным, может быть, только с автор... Можно ли себя считать успешным человеком, если твой пост CSS добавил толстый? Я уверен. Особенно сначала твой автопрефиксер, uh-huh. А теперь и твой пост CSS. Я думаю... Чувака жизнь удалась у Ситника. Uh-huh. Естественный отбор поддерживали 19 лет. Что такое блинк, я понятия не имею. Но что-то, видимо, было. Uh-huh. Это вводные слайды, случайные мутации. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди. Я уже знаю, какую я цитату завтра поставлю. Сейчас ее отсюда высру. Черт, нет. Ой, это что такое? Я сломал. У него это типа презентация, но она не работает. После того, как хоть один слайд сделаешь full screen, угу. Перестают стрелочки работать, нельзя перелистнуть. И так. Это типа презентация про пост CSS, да? Да, возможно, он просто не на пост CSS делал свою презентацию, поэтому так тупо получилось. То есть, если я здесь буду делать full и 10 напишу, он мне перелистнет слайд. А вот даже в этом случае у него везде одни вопросы будут. Ну окей. Я просто... Блин, что-то меня сегодня подводит компьютер сильно. Вот. 40% ECMAScript 6 пришло из CoffeeScript. Причем здесь это непонятно. Видимо, он пост CSS тоже у него надумался от препроцессоров. В общем, он здесь рассказывает, что препроцессоры — это такие шаблонизаторы CSS. Можно миксины добавить, переменные, вот они. И функции. Но они ограничены. Вот 20 рем я написал, и все. То есть нельзя добавить такую переменную, что вот 20 рем, а в случае чего 10 пикселей, а в случае чего 1 ем какой-нибудь там условный. Хотя это можно сделать миксинами, но это не считается. Но я сейчас... А переменную я могу просто написать? X. Ну да, ну ты x-то понятно, но ты не сможешь сделать у этой переменной варианты, грубо говоря.
Ну, допустим. Что если это ссылка, то переменная x будет означать 10 пикселей. Угу. А если это параграф, то переменная x будет означать 20 пикселей. Ну, понятно. Но нахрена такую inconsistency вводить? Ты запутаешься. Она на той переменной, что ты ее задал. Ну, ну да, ну, все правильно. Монолитность. Все проблемы препроцессоров в монолитности. Дескать, там целое гигантское ядро, досвидос. Не микросервисы, а большие сервисы. Вон, Lipsas — это 110 файлов, из которых 21 300 строк C++ кода. Там в стилусе тоже дохрена, и в лесе дохрена. Mm-hmm. И поэтому неудобно программировать. Я вот сейчас опять позволю себе сделать на фуллскрин. И там, на самом деле, просто миксины функции. Специально жути нагнано. Угу. Ничего особенного в этом коде нет. Нормально закомментированные миксины. У меня такие же в проектах есть. Так вот, неудобно программировать. Да, согласен. Когда программируешь, в принципе, неудобно. Так вот, дальше идем. Начало. Модульный CSS препроцессинг с реворком. Я не знаю, кто это такой. T-Journal когда-то, в 2013 году. Угу. Первый проще, меньше, а этот быстрее в два раза. Лучше поддержка карт-кода, сохраняет форматирование, удобный API. В общем, суть пост CSS такое. На вход подается CSS, прогоняется через несколько плагинов в пайпе, и в итоге у тебя появляется новый CSS. Вау. Как Gulp работает? Ты берешь какой-нибудь... Только Gulp работает не только с CSS-файлами, любой файл, картинка, JavaScript, прогоняешь все через поток один за одним. Работает быстро, потому что в оперативке все хранится, пока передается. Не пишется каждый раз на диск после каждой итерации, а все из оперативочки прогоняется через пайп. То есть вот, все, require post-css, бла-бла-бла, а в post-css пишем плагин. Мы берем CSS и в каждое значение, которое есть rem умножаем на 16 и подписываем пиксели. То есть, грубо говоря, мы одним плагином можем все ремы из одного CSS-файла перевести в пиксели вот по такой математике. Например, я просто пытаюсь найти что-то положительное в этом, хотя, мне кажется, сейчас все подписчики писаются кипяточком под ноутбук, да. Но если ты работаешь с чужим CSS-кодом, и тебе нужно его встроить в свой проект, возможно, прогнать его через какой-то набор плагинов PostCSS будет прикольно. То есть, хоп, все табы почистить, все ремы перевести в пиксели, потому что у тебя не адаптивный проект в этот раз там. Или наоборот, все пиксели в ремы. Это можно сделать. Ну, как бы... А сейчас тупой вопрос. А если я не хочу пост CSS, я хочу просто обычным этим, нашим старым способом. SAS-ом? Да, да. Ну нет, так это же после уже. Ты SAS-ом-то получил CSS на выходе. Ну. А тут ты этот CSS еще над ним мейхем совершил, физические увечья. Так, понятно. Ну, и подожди, и что мне это даст? Вот я над своим SAS-ом, ага, ну вот он у меня... Я тебе сказал, вот у тебя может быть не твой CSS, и в нем только пиксели, а у тебя адаптивный проект. Ты вот такой плагин написал, и он тебе все ремы сменил на пиксели. Понятно. Все. То есть, видишь, все функции как плагины JS трансформирует CSS. Почему еще C писается? Потому что JS. То есть в препроцессор логика у тебя прямо в шаблоне, а в пост-CSS не важно, что у тебя было до этого, ты уже можешь сам все из этого смять, скрутить. То есть вот, например, пост-CSS simple vars, variables. Непонятно, ну то есть здесь, наверное, есть ссылки на эти плагины, я на них не заходил, но вот по этим... И это, понимаешь, это слайды, то есть чувак объяснял. Я пытался здесь по слайдам понять суть, может быть, не понял. Пишите в комментариях, если я не понял. Но простые переменные — это просто переменные. Чё в них такого, чё нет? А, собственно, тут будет дальше часть 5, чё нельзя сделать на SAS-е, а можно на PostCSS. Вот это можно сделать на SAS-е. Mm-hmm. То есть написать переменные, потом вписать, что... Ну, это классика, да. Да. Ну, давай чё нельзя сразу. Да, тут точно так же можно нестинг сделать, в том числе с медиазапросами. Миксины. Вложенность. Миксины. Поддерживаем. 68 строк кода. Короче, грубо говоря, плагины маленькие. Не как в Lipsas, у тебя 20 тысяч строк кода, и ты не знаешь, как тебе самому его поправить. А ты умнее, чем все чуваки, которые его сделали. Чем Кэтлич, гей. Так вот. И вот тут мало строк кода, ты можешь сам его поправить. Все опенсорсное, модное, крутое. Так. Невозможно на SAS. Автопрефиксер. То есть добавить префиксы всем, всему, короче говоря, что здесь присутствует. Хоп, сразу WebKit. Да. Можно, на самом деле, с помощью компасовских миксинов. Но более будет задротно, особенно вот с фуллскрином. Это новинка сети вообще. И там должно быть что именно. Хотя, опять же, это есть.
То же самое, как keyframes. Есть уже, ну не уже, а 100 лет назад на компасе ты пишешь mixing keyframes, и в нем пишешь transition, и он где надо, какой надо делает. Поэтому это натянуто за уши и говно. CSS Next. Вот это прикольная штука. Ты делаешь группу селекторов, heading, и они равняются H1, H2. И ты сразу пишешь, что post-article heading, вот такие-то правила. А, и потом с ними играешься. Нет, и он ко всем заголовкам post-article сразу применяет те правила, которые надо. То есть ты не пишешь здесь post-article H1, запятая post-article H2. То есть ты реально делаешь классы некие. Ты, грубо говоря, да, сделал класс, и всем объектам этого класса присвоил вот такую хреновину. Это прикольно. Ну да. CSS Grace. Я не очень понял. Ну, Grace — это грация. Opacity 0.6. И он здесь добавил другие штуки для ешки. Вот ты можешь свой миксинг просто написать, и все. Ты можешь написать миксинг Opacity Grace и сделать include Opacity Grace 0.6, и он, исходя из этих параметров, тебе всю ту же хреновину напишет. Это натянуто за уши. Это... CSS Modules, я не очень понял, что это такое. Title, компонент title, DJ45. Вот что это такое? Пусть, короче, напишут в комментариях. Да, пусть напишут в комментариях, что такое DJ45. Colorblind — это прикольно. Он всю твою таблицу стилей прогоняет и делает из нее типа сепию. Для дальтоников, которые, чтобы им комфортно было. Ну, это так, это фишечка просто. Да, BEM Linter, он пропаливает, парсит твой стиль, если он BEM-у не соответствует, дописывает куски. Вау. Или убирает куски. Удаляет код твой. Ну, опять же, ну, наверное, если вы так хотите, то вы прям вот такой чувак, который хочет, чтобы кому-то вы показали и кому-то понравилось. А мне вот мое и так все нравится, я делаю так, как я делаю, потому что вот мне именно так надо и так быстрее получится. Поэтому вот это украшательство ради того, чтобы на суд людской, чтобы на дрибл потом выложить на GitHub. Да-да-да. И все было красиво. Проверяет поддержку свойств в нужных браузерах по can I use. Он еще пишет, на каких строках не будет работать, потому что там в E8, потому что то-то. Угу. Ну, в компасе, в последнем компасе, который 1.0, там добавили такую штуку. Ты пишешь в самом начале переменную, какие браузеры тебе нужно поддерживать. Ты там вписываешь EE, хренье и так далее. И когда ты используешь, например, Mixing Animation, если там не написано Mozilla, хотя, ну вдруг тебе вот надо WebKit Only проект, он не будет тебе выводить с префиксом Moz, например. Так. То есть там косвенно подобная штука есть. Ну, Википедия на иврите. Хоп, можно сразу прогнать из левостороннего сайта правостороннего. А, понятно. Ну, хрен его знает. Тоже, это просто он какие-то фичи маленькие. Ну, видишь, они прикольные. Ну, типа да. Потому что там более 100 плагинов. Скорость там охрененная. Скорость 36 миллисекунд против 136 миллисекунд. Ну, ты стопудово глазом сразу увидел эти 100 миллисекунд. Вот прям вот не дать не взять, без них говно. Смешно. Так. Скорость, модульность, функции невозможные на SAS. Ну, опять же, ну кому-то нравится. Он причем именно анти-SAS-овец какой-то, да? Ну, анти-препроцессоровец. Просто SAS как пример самого идеального препроцессора, на котором можно больше, чем на всех остальных. Настоящее. 650 тысяч загрузок в месяц, видимо, с гитхабика. Так. Использует пост CSS Google, WordPress, Twitter. Ну, опять же, прогнать один раз автопрефиксером, и вот ты уже используешь пост CSS. Таобао. Да, сразу запятнался. Ну, можно везде пообсуждать, тут уже статьи пишут. Вот этот чувак, Бен Фрейн, автор SAS и компас для дизайнеров, элист апартной, по-моему, книжечки, вот он расстался уже с SAS. Ну, по нему видно, что он будет от одного к другому переходить. Вот этот Марк Отто, создатель Bootstrap, чувак, который в Твиттере работал, по-моему, или работает. Bootstrap 5 будет, скорее всего, на пост CSS. Но, опять же, это просто высказывание. Bootstrap 4, я так понимаю, уже в разработке. Ну, судя по тому, что третьему уже до хрена лет. Но там еще уже не пост CSS, а, возможно, когда начнут пятый разрабатывать, уже будет что-нибудь другое. Ну, короче говоря... Очевидно, что им все больше и больше пользуются. Буду ли им пользоваться я, не знаю. Время покажет, пока нет. Очень быстрый и точный парсер карты кода. Сайт, если не использует пост CSS, можно только автопрефиксер подключить. Можно, вот видишь, пайп. Ты делаешь пайп, оно один за одним прогоняет через разные плагины. В случае чего можно добавить предыдущие свои плагины, которые ты сделал. Ну, так. Вот так вот. Это была презентация. Слушай, знаешь, в чем плюс? Это не очередной плагин JS, это мы сейчас обсудили. Но это же все равно джаваскриптовая обертка. Ну да. И, грубо говоря, ты по экзибиту себе в gulp, в pipeline, этот task runner,
в другой пайплайн TaskRunner встроил только для CSS. Мы в Gulp строим Gulp. Ну, ну да. Поэтому, ну, это прикольно, но не знаю, это... Да не, ну пусть пробуют что-то. Да нет, я согласен. Это имеет право на существование, особенно после того, как Bootstrap 5, возможно, будет на PostCSS, потому что выглядит офигенно. Конец цитаты. Но я пока вот... Я галпом-то не пользуюсь, потому что пользуюсь CodeKit-ом. Может быть, для PostCSS придумают какую-нибудь тоже платную тулзу, которая будет просто... Там будет кнопка... Один собрать. Ремы переделать в пиксели. И мне вот проще будет такую купить, чем вот в этом говне разбираться, несмотря на то, что и разбираться не в чем. Извините. Так, переходим дальше на легкие темы, а то я ж что-то устал. А следующая тема про Mozilla, про которую мы недавно очень сильно как-то про Mozilla разговаривали, даже пробовали, пытались новые их всякие фичи попробовать. Да, Mozilla Hello. Да, и нам даже нравилось. Вот. А теперь, оказывается, Mozilla прогнулась. Вот я так это называю. Ну, хотя... Ну, потому что у них предыдущий гендиректор был против геев, пришел тот, кто за геев, теперь они прогибаются. Теперь прогнулись. Прогнулись, короче, под Microsoft и сделали... Ну, сейчас делают, выкатили, сейчас в бете и выкатят полностью редизайн, так скажем, Mozilla. То есть Mozilla будет выглядеть под стать Windows 10. Здесь есть у них прям сразу страница. Дизайн 101 Windows 10 на Mozilla они сделали. Да. Как это будет выглядеть? Что вот main window вот такой, ну говори. Ну, естественно, самое главное, что у нас в браузере, это просто вот эта панелька верхняя и вкладочки тэбы, так скажем. Запиненные тэбы, смотри, как в Safari. Возможно, в Mozilla они давно уже были, мы просто не знаем, но вот такие. Ну, да я думаю, везде были, да. Ну, просто там фав-иконки как бы. Да, и все это выглядит, естественно, очень минималистично, очень сухо так прям по Windows 10 реально. Все квадратное. Оно мне очень сильно отдает Visual Studio. Чуть-чуть. Да, да. И там... 12-й. Помнишь, мы с тобой бету 12-й студии использовали еще в 11-й? Да-да-да-да. Там было уже... Смотри, видишь, по хуверу беленьким, по не хуверу... Черненьким. А, подожди. А, вот, на баттон он навел. Вот здесь вот этот хувер демонстрируется. Там дальше, кстати, да, давай дальше... На back button, вот она вдавленная, вот так. Split toolbar button, вот он. Ну, это как бы, да, это все понятно, это все нормально. Там будет сейчас вываливающий. Вот это очень сильно отдает Visual Studio. Прям вот эти подписи синие. Ну, оно в Ешечках-то уже 100 лет назад. Ну, да. Ну, вот немножко подпрыгнулись, короче. Поэтому любители... Будет светлая и темная темка. То есть ты накатил темку на Firefox и еще поверх темки наложил темку по экзибиту. Мы тебе в темку встроим темку, чтобы ты мог смотреть темку в своей темке. Светлое и темное, то есть, типа, как, ну, ты понял, ну, да. Белым или черным. Это скин, как бы, так скажем. Да, да, да. Вот так вот. Тут вот сколько пикселей, они там все прям. Тут причем прям очень сильно детально, прям для дизайнеров. Ну, для того, кто на дрибл потом макап будет делать, чтобы он не ошибся. Да-да-да, в размере. Это же именно дизайн спекс 101. Понял. Видел у них заглушечки под картинки, пока они не подгрузились, там Venture Beta логотип. И потом подгружается прикольная штука. Вау. Для фронтендеров. Что-то еще нужно тут сказать? Да, в принципе, нет. Вот, а, короче, вот скажи, когда будет доступно. Да, ожидайте, в середине августа все это выйдет. То есть сейчас сначала выйдет винда хотя бы. Она уже вышла. Не, не, официальный там 29 июля. Да, говно. У меня официальный же... А, ты в смысле... Но мне уже прилетел релизный билд стопудово. Это потому, но что это тестер, потому, что типа. Я участник, да. Кстати, да, тестер, да. Это знаешь, который вот... Ну, ну вот, нет, ты тестировщик был, окей, да. Вот, поэтому вот такая история. Что про тестер? Я не понял шутку. Нет, тестер, это знаешь, короче, ну, который на беременность тестер. А, это, ну, понятно. Ну, короче, вот. Такая история... будете тестеры пользоваться... еще духов. Да, да, есть, кстати. Я просто, чтобы как-то от себя отвести, что я хотя бы другой тестер какой-то. Хорошо. В бета-ченнеле уже доступно. Firefox 40. Уже можно накатить. Да, можно уже посмотреть, что кого. Mozilla молодцы, кроме того, что они, конечно, убирают нормальных мужиков с директоров. Да, расслабим вас чуть-чуть. Сайт crayon.css. Я вот, кстати, даже его себе добавлю сегодня. И в тул. И завтра запостю на 4. У нас кризис новостей на 4. Да. Это небольшой... Так, смотри-ка. Здесь уже для пост-CSS даже есть плагин. Oh my god. Или для препроцессоров тоже уже есть. Можно заимпортить себе крейон. Так. И у тебя будет несколько цветов. Ну как, ну несколько. Ты, порядка 250 новых, которые ты можешь цветами называть. И что вот нужно, чтобы зацепить меня, как человека, который уже видел миллиард таких тулзов с цветами CSS-ными?
А вот так красиво. Вот эти кляксы. Хрен пойми, какими кляксами. Я не понимаю, что это. Облака, кляксы, краски или молнии какие-то окрашены. А знаешь что, короче, ты можешь, вот знаешь, тест, который тебе там копы американские показывают, типа, а что вы здесь видите? Ну, не копы, а психологи. А, да, психологи-копы, это я что-то, да. Вот, и ты вот говоришь, что ты здесь видишь. Это PNG-шечки из SVG, из генерирования. PNG Big Snap Speak Alien Armpit. Понятно, они по названиям. Здесь не было какого-то общего класса, класс Inc. Чтобы мы точно поняли, что это клякса, например, что они имели в виду кляксу. Ну да, наверное, это то, что ты говоришь про психолог. Ну давай, мотани там, а просто под всякие абсолютные ноль. Зацени сколько их. Их реально до хрена серый, просто серый. Green, Heatwave. Это эти, на тепловизоре какого цвета, типа. Круто, круто. Блин, Indigo, Leather Jacket, Laser Lemon. Блин, это круто. Причем самое главное дальше будет Pine Green, сливово-зеленый, или это сосново-зеленый. Plum, слива, Pine, сосна. Извините. Так, здесь вот, Let's Go Dark. Let's Get Dark. Тут на темном фоне. И тут уже другие цвета. Baby Powder, тальк. На темном тоже круто смотрит. Apricot, абрикос. На темном еще круче. У тебя, правда, кулера крутится. Да. На какой-то странице. Desert Sand. Desert, точнее. Desert это десерт, а Desert пустыня. Desert Sand, пустынный песок. Блин, круто. Вот эти кляксы, это прям охренеть. Как часто мне писали в комментариях на YouTube, что ты пишешь, что круто, полное говно. Че ты как ребенок радуешь? Вот я как ребенок радуюсь. Мне нравится. Так ты удовольствие получаешь от жизни. Да. Смотри, мне иногда говорили, что типа двигается влево-вправо. Это потому, что я скроллю не вверх-вниз, а чуть-чуть влево-вправо подскраливаю. Понял? Ну, оно как бы типа нативно смещается. Да-да-да. Он смещает в OS X, может смещать в сафарях. Тут смотри, как перышко прям клякса. Кто что видит? Согласен. Я трупы вижу везде. 273 здесь цвета. И имена они взяли с Крайолы. А Крайола, это, как я понял, вот Крайола, это фирма, которая делала раньше фломастеры и мелки пастельные, вот всякие вот такие. Да-да-да. И вот там уже тогда накуривались чуваки и называли по-прикольному. Lavender Glitter. Wow. А, ну нет, это просто с блестками. Что-то я куплю. Cultured, Caribbean Green. Вот эти все Caribbean, точнее. Видишь, Cyber Grape, Deep Space Sparkle, Gold Fusion, я не могу, это круто. То есть вот у этих самых мелков оттуда вдохновенность, ничего нового придумать не могут. А почему это, наоборот, крутое продолжение? Ну, я согласен, да. Возможно, это какие-нибудь внуки тех самых чуваков. А, блин, мы знаешь, что, скорее всего, это, короче, не кляксы эти, это вот этими, типа, нарисовали они. Да ты так не можешь нарисовать почему? Мелками. Ну как, ну... Это же не мелки, это, типа... Ну, это пастельные мелки, мне такие из Германии присылали. Ну, ты помнишь, как они рисуют? Жирно, но не так. Линии, да? Ну да, да, не так, они я все согласен. Равно линии, это, ну... Это откровенно, ты когда жидкостью капаешь, как вот она по бумаге растечется, вот так и будет. На уроках ИЗО это было обычно. Вау. А знаешь, что еще было, конечно, на уроках ИЗО? Пластилин лепили. Не-не-не. Не, я помню, круто. Короче, ты берешь черный лист, полностью черный, и берешь расческу, на него белой хренью капаешь на расческу. Какой белой хренью ты капаешь на расческу? Той самой, которой на тестер капаешь. Да, нет, нет. И, короче, берешь и, ну, по расческе проводишь. Так. Типа как по ирокезу. И она вся на белую падает, да, и типа это снег. Да, я понял, да. Причем несколько раз. Да, конечно. Зубной нет. Щеткой пока так тоже надоест. Делали, у кого расчески не было. Да. И потом по этому фону что-то рисуешь. Да, точно. Блин, круто. Мне захотелось прям так сделать. Причем с помощью пост-CSS. Прогнать, у меня хоп, и белый снег. Чтобы кулера закрутились. Да. Лейауты, следующая тема наша звучит. Лейауты. Вот это, короче, это вот это просто... Элитная сейчас будет статья. Лид. Да, 5... 5 веб-сайт layout trends. Это именно тренды. 5 прям вот трендов за 2015 самый... Вот, so far. Вот пока. Вот полгода прошло, вот такие тренды. Вот сейчас. Ну-ка. Именно тренды. Окей. Давай. Так, первый тренд — split screens. Просто split screens. Типа порезанные такие на две части, разделенные скрины. Я видел до 2015, честно скажу, но, может быть, теперь их стало больше.
Нет, вот это еще можно как-то взять. Ну, типа, ладно. Ну, согласен, это не избито. Если бы я так увидел, я подумал, вау, прикольно. Я как бы видел такое, но не избито и прикольно. Да, split screens, да. И по центру меню, это чтобы ты понимал меню. И там нормальные options, лишних нет. Блин. Merch, jobs, контакт. Ну да, то есть чисто теоретически можно таким вдохновляться, и сейчас это типа тренди. Давай с тобой подумаем, почему вообще такой дизайн? Потому что буклетики в индизайне верстали до этого, чуваки. Или потому что книга открытая перед тобой, две половинки. Да, но это для больших мониторов. А как ты это будешь на 1366 на 768? 1366 еще можно. Ну смотри, у нас с тобой здесь картинка там 600 пикселей по ширине, а мы с тобой воспринимаем в принципе. Ну... Да, на телефон, конечно, надо уже другое. Давай все мы перейдем на их сайт, чего мы боимся? Я трафик не хотел твой тратить. Ага, ты думаешь, блин. Они переделали, походу. Нет, тут просто, тут статья уже другая, 22 лучших дизайна. Во-во-во-во, пицца. Да. Я не могу не перелинковочку партнерскую сделать. Ну, нормально, воспринимается. Нормально. У меня с тобой 1280, даже не 1366. Согласен. Ну-ка, как оно у них адаптивится, а никак оно у них не адаптивится. Вот так будешь на телефоне смотреть. То есть, а оно у них, возможно, просто нету, viewport не сделан, девайс with. Uh-huh. И поэтому ты с телефона увидишь с телефона. С телефона, а, ну да. Uh-huh. Я думал, телефона правильно. С телефона. В общем... Мне кажется, что книга. Помнишь, мы же с тобой рассуждали неоднократно. Почему книга такая, как книга? Потому что пропорции лица повторяют. И вот тут два лица. Нет, кстати, два лица. Вот этот, вот любят они всякие тачки рекламируют тоже вот так делить экраны. Ну потому что там тачка, а там ты. Да-да-да, точно. Тут это, тут что. Ты сразу видел, что ты сразу представил себя на этой тачке. Круто. Во-первых, себя вот этим чуваком безликим представлял с часами, а во-вторых, в тачке. Смотри, второе, это уже смешнее начинается. Уже да, блок грейдс. Новинка, только в 2015-м появилась. Вот давай вспомним, когда мы первый раз увидели гриды. Мне кажется, на Pinterest еще в 2012-м опять. Да, раньше, вот реально раньше. То есть мы уже делали тогда в 2012-м. Возможно, да. Что увидели, да. То есть, вот, короче говоря, они нам хотят сказать, что это тренд, но я считаю, что это... Я считаю, что это они натянули за уши. Сильно натянули. Тут, смотри, вот гриды можно использовать и умнее. Не просто на всю. Ну, само собой. А вот так мужик лежит на поле, и там, типа, футбол. А под ним гриды. А под ним гриды, да. No Chrome, вот это я не понял. Я понял. Хромом называют все рамки. Угу. То есть рамки, подчеркивания и так далее. Видишь, здесь без рамок, просто одно в другое переходит. Блин, ну это круто. Но смотри, здесь подчеркивание вот у заголовка. Ну это просто эффект такой типографский, потому что buildings. Тут имеется в виду, что как хромирование, хромированные бамперы всякие, знаешь, на дверях обода. Были полосочки, обода, вот это все. А сейчас нету полосочек, сейчас все из одного в другое. Не, ну без это границ. Тоже можно, кстати, посчитать. А представляешь, split screens и вот эту хрень совместить? И у тебя такое все без полосочек и разделено. Ну да, но тогда как ты поймешь, что так технически здесь сплитскрин, видишь, пополам. Да. Если ты не проведешь хроум, им говорить, то это сплитскрин нельзя нажимать. Ну окей, я уже заговариваюсь. Но, короче говоря, это тоже было. Вот так честно тебе скажу. Потому что вот тут, например, гриды тоже без хрома. Слушай, да, но это стандартные такие хипстерские сайты. Но вот это прикольно выглядит, это прикольно. Угу. Часы машины. Тоже без рамок, без... А, ну здесь типа просто здесь ничего. Блоки тоже не разделены, то есть браун и браун. Так, single screen layout. Вот это точно просто, мне кажется, с 2000 не знаю какого. Ну, бородатого. Возможно, тот факт, что прям вообще никогда. Все время все будет в рамках одной страницы. Но у нас была тема, насколько я помню, Bigfoot. Bigfoot, да. Но там это были слайды. То есть так можно было сделать только на слайдах. Ты имеешь в виду типа галерейка? Ну да, ну да. Слайдер, да. А дальше-то ты переходишь, и там обычный темплейт был. Обычный WordPress. Ну да как представлять информацию, когда у тебя вот так? Ну, я согласен, что уменьшаются твои возможности. Ну, как бы, по идее, нет, но да, да. И вот последнее, пятое, мы докатились. Big Background Parallax. Во-первых, Big Background, это как бы старье, но Parallax, я просто слышу это слово, и мне... Тут, понимаешь, даже скрин, когда в 2013 году будет какое-то тупое говно, они скрин 2013 года не постыдились приложить к статье 2015 про то, что новые тренды. Про тренды, да. Flash VC HTML5. А вот. Давай, кстати, зайдем, может, там уже сменилось, может, там не Parallax. А тут уже нет ссылки. Ах. То есть мы, к сожалению, нет. Ну вот, короче, в принципе, ты смотри, есть вдохновление Ким Чен Ын.
В принципе, есть откуда черпать вдохновение, поэтому нормальная статья оказалась. Мне вот это больше всего понравилось. Вот не, в смысле, даже не этот пункт, а вот эта картинка. Хорошо. No Chrome. No Chrome. Переходим к нашему новостному блоку про WordPress. Здесь вроде пусто, а вроде и густо. Финишная прямая. В конце прямая. Густо пойдет. Давай. Так, WordPress 4.3 передвигает кастомайз на целый прям свой собственный топ-левел меню. То есть вот из этого кастомайза передвинулось вот сюда. Скоро, как ты говорил, вместо вот этого WordPress будет уже кастомайз. Нет, это ладно. Скоро, короче, там не кастомайз, вот сейчас будет сайт у тебя, а там все остальное кастомайз. Да, там уже кастомайз. По экзибиту, опять же. Ну, можно долго иронизировать по этому поводу, но, судя по всему, так и есть. Но подожди, нам это что говорит? Мы же там говорили, что кто-то что-то отказывается от кастомайзера. Там чувак написал плагин, типа удалить весь кастомайзер из WordPress. Когда ты активируешь плагин, тебе все следы удаляют. Все вот интересно, эту кнопку удалит? Ну не знаю, ему придется обновить свой плагин, когда 4.3 выйдет. Кстати, да. Но я думаю, он сделает. Он себе, если уже решил идти до конца. Да, он себе хобби нашел. Да. Причем смотри, что символично. Здесь у Джеффа на нынешней версии есть посещение с джетпаковской статистики. Так. А когда он накатил кастомайз, как мы видим, посещений уже нет. Я понимаю, что он это на локальную копию себе на банке сделал, но, по-моему, символично. Да-да-да, согласен. Ну, все здесь там тикет Ник Хейлсли описывает, почему он так сделал. Угу. Ну, вот, да. Понятно, давай, что еще? 4.2.3 вышел релиз на недельке. Ну, то есть был 4.2.1 или 4.2.2. Да, ну 2.2. И там, как обычно, security. Обычно security убрали. Гарри Пендергаст нашел. Нашел security эту дыру, описал ее. Так. Все. Кроме того, что Пендергаст поблагодарил. Пендергаст нашел какую-то дыру и описал. Да, да. Так. Пендергаст везде дыру найдет, понимаешь? Даже в WordPress. Хорошо. Вот. После того, как вы устанавливаете, даже базу данных надо обновить. Ну, везде, где стоит у нас с тобой автоматическое обновление, например, на UDesign, там база данных тоже автоматически обновилась. А вот у наших клиентов, некоторых, мне пришлось это все вручную сделать. Вот такая вот история. А мне кажется, некоторые люди все еще на каком-нибудь 2-3 WordPress сидят и даже в ус не дуют про Пендергаста. Представляешь, Пендергаста их сайт дать, сколько там дыр. Это ужас. Он не то что один тикет напишет, он монографии напишет про дыры по этому сайту. Ну вот да. К вопросу о густости. Наш подписчик, который пожелал остаться известным, так, с ником... что здесь будет, да? Будет или не будет? Дядя Лёша. Причем слитно. Без подчеркивания, без пробела. Написал плагин Яндекс.Метрика для вашей консоли WordPress. Я позволю себе процитировать классика, уже ставшего классиком за эти короткие... за эти коротенькие 7 дней, за эту короткую минуту. Данный плагин позволит вам легко просматривать статистику Яндекс.Метрики прямо в консоли вашего сайта. Яндекс.Метрика уже без заглавной буквы. Так. Это сервис веб-аналитики без тире. Для оценки эффективности сайтов. Он позволяет анализировать конверсию и выручку сайта, эффективность рекламы, Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет и т.д. Аудитория сайта и поведение посетителей. Источники, привлекающие посетителей. Все инструменты Яндекс.Метрики бесплатные. Если вы хотите помочь в разработке плагина, добро пожаловать на GitHub. То есть... Open source. Этот юзернейм на GitHub у него дядя. А, дядя Л. Дядя Видимо, просто L. Дядя был занят. Не знаю кем. Дядя. Дядя Л. Да, да, как Бонд, Джеймс Бонд. 10 плюс уже активных установок было. Так. Неплохо. Давайте посмотрим. Дядя Лёша сделал уже 7 плагинов на самом деле. Может быть, кто-то знает его у нас, наши подписчики. Я неоднократно его видел. К вопросу о том, что будет густо. Посмотрите, какая густая борода. Да. About me. Профессиональный подход программиста. Изысканный стиль дизайна. А, он сеошник, видишь? Ну, естественно. Мы с тобой тоже сеошники тогда. Окей. Так вот, плагинов на самом деле у него несколько. 101 downloads был у Яндекс.Метрики. DL — это дядя Лёша, чтобы вы понимали. То есть каждый плагин, он чуть-чуть... Да. Брендирован. Брендирован, точно. Причем и Яндекс.Метрика уже даже иконка добавлена к плагину, то есть уже в соответствии со всеми гайдлайнами новыми. Круто. Есть всякие robots.txt к вопросу о сеошине. Verification. Угу. Ну, то есть, все то, что делает UAST SEO,
переписано отдельными модулями. Кстати, и брендировано под DL. Кстати, про бренд. Вообще-то, в принципе, мне нравится... Можно пропалить, кстати, его любимый плагин. Все говори дальше. Да. Мне нравится, когда совмещают несовместимое. То есть, казалось бы, дядя Леша, это вот не какое-то не хипстерское, да, никакое. Просто название, мне кажется, нужно марку пельмени выпускать дядя Леша, да, как дядя Ваня. Да, согласен, да. А он делает WordPress-плагины, это круто, я считаю. У него есть V-Card даже. То есть его сайтик вот этот. Так. И Алексей, Тульская область, даже номер телефона. Резюме, портфолио, контакты. Хочется фоточки как-то посмотреть. Хотя какое это имеет отношение к плагину, спросите вы. Угу. Прямое отвечу я. Казанский вокзал. Фоточки на слайдинге оставим. Я накатил на веб-сайне.ru этот плагин. И я не знаю, нас встретит дашбордный виджет или нет. Я вот забыл пропалить. Да, встретит посещаемость. Вот он здесь есть. Угу. Сегодня всего 17 визитов, из них 16 посетителей. Угу. Ну, хотя, причем здесь график. Он мне сказал, что Google Chart используется библиотека, она прекрасна. Я не вижу смысла даже использовать что-то другое, она просто реально красивая. Может быть, если бы был Яндекс Чарт, было бы уместнее использовать его. Угу. Но зачем? Просмотр по странам мира, это, кстати, тоже из метрики. Из Израиля кто-то один посмотрел. Угу. Литва, США, демография. Тоже смотри, как круто чарты подсвечиваются. Вообще очень профессионально выполнено. Но мы потом покажем, что непрофессионально выполнено. Но в целом все, блин, прям круто. Охренеть. Самое главное, устанавливается легко. Я с удовольствием... Да, действительно. Я с удовольствием оставлю этот плагин здесь. У себя на веб-сайне. Да, на веб-сайне. В самом сердце. Так. Здесь появляется вот только пункт DL-метрика. С иконкой даже. Если туда внутрь зайти, сразу сводка за неделю открывается. И мы сразу видим, что неделю назад лучше заходили ко мне, чем на этой неделе. Так. Причем даже видим, насколько. То есть от 34 до 17 в два раза. Можно эссе такое написать. От 34 до 17. И в два раза. Да. Посещаемость. Тут все отдельно. Тоже как-то гистограммка, да? Когда столбики. Блин, круто все. Просто охренеть. Она, кстати, у нас не подгружалась, когда мы до этого тестировали непосредственно это. Видимо, потому что еще не доскейлились все данные, там вот, токен не получился. Здесь есть выравнивание по месяцам, по неделям. И самое главное, не надо переходить на Яндекс. Ты сможешь у себя... А можно. Видишь, есть, как вот тебе сказать, кнопочка. И если туда перейти, то там будет та же самая выборка. Причем в новой Яндекс.Метрике, которая шокирует. Которая, да. И... А там, кстати, получается старая Яндекс.Метрика, что ли, подключена? Нет, там. Да какая разница, API-то у нее один и тот же. Я имею в виду по виду-то. Да по виду он просто так видит сам. А, понял. Потому что я тебе сейчас скажу, почему. Сам дядя Лёша. Потому что изысканный стиль дизайна. А, все, понял. И на самом деле не поспоришь, изысканно. Красное, желтое и синее. То есть, ну, я тут вот все фиолетовое. Это как не это разделяется. Как даже. Ты же видел, это как ее на футбол, которая Водянова выходила в трех разных платьях: в белом, красном и в синем. Я не смотрел жеребьевку, к сожалению. Вот, выходила. В трех разных. Триколор. Нет. Ну, в смысле, сначала вышла в белом там, ну. В смысле, что это Россию? Да, 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 да. Ты посмотри, здесь даже карта подгружается. Ну так мы же видели, что карта. Ну, в смысле, я нашим подписчикам говорю, мы-то с тобой все видели. Смотри, из Калининграда нас чуть-чуть смотрят. Мы, возможно, Серега. Привет, да. Ему передаем. Из Германии четверо. Из Греции даже двое санкционных кто-то пробился. Угу. Точнее, дефолтных. У них как бы денег нет. Уже не дефолтных, им уже выделили все бабки. Короче, смотри, тут даже подсвечивается треугольничком вот западно-русские люди. Да-да-да. Все круто. Мобильные устройства, операционные... Я даже не знаю, как еще нахвалить. Смотри, macOS другие. С Тайгера кто-то заходит довольно-таки до хрена. Возможно, человек из Калининграда. Он любит винтажное. OS X Yosemite. Где это? Вот там он. Какой-то Google Android KitKat. С Windows 10 заходит много людей. Супер. Причем немного людей... А на веб-сайне, казалось бы, это даже не на UWeb-дизайн. С XP кто-то еще. Представляешь, заходит? К тебе за 2000 сервер с 2008 заходит. А есть здесь? Или... Вон. А, Windows. Ё-моё. Возможно, да, админчики. Возможно. И читают у меня мою ваниль. Мобильное устройство с Lenovo S668T. Зачем? Из 660. Из Lenovo за $1, из Samsung за $1, Samsung, $1, от с долларовых трубок кто-то заходит ко мне.
А это, наверное, те самые, которые по кредитам в США. Так ты думаешь настолько? Мне кажется, это просто как-то не словилось. Может быть, да. Типичная переменная $1. Да, возможно. У Яндекса спалилось. В общем, да, здесь есть определенные настройки еще. Выводить ссылку на массив данных, выводить массив данных и сайты. И все бы ничего, если бы не нужда это устанавливать. А нужда это устанавливать мы покажем на примере Hewlett Design. Там я еще не установил, но обязательно установлю, потому что, блин, это круто. Угу. А, кстати, сразу скажем, дядя Леша нам не платил за рекламу, нам просто понравилось, и почему бы и нет, мы за комьюнити. Во-первых, да, во-вторых, да. Получить ID-приложение, получить токена. Я не знаю, это получить как люлей, так токена получить? Или много токенов получить, только это как договора получить, только токена? Да, это сленг. И выбрать сайта из списка. Выбирать. Ты неправильно читаешь. Нельзя, скорее всего, мы не понимаем тонкостей каких-то художественных. Но да. Значит, как только вы получили токена и выбрали сайта из списка, и так сразу у вас начинается всякое вот это. Но на самом деле. Да, надо один раз зарегистрировать яндексовское приложение, и вот по этому гайду, по порядку, сделать вообще ни хрена не сложно, тем более с картинкой. Угу. Только уже дебил не разберется, но тем не менее мы не разобрались с ничем. Да, вот такая вот загогулина. Мне понравилось. Я прям считаю, это выбор редакции. Да. А почему выбор редакции? Потому что... Потому что дядя Лёша. Вот почему выбор редакции. Потому что BMW мотоцикл. Да, согласен. И вот это ещё. Вот так. Да, в общем, пишите в комментариях, как вам этот плагин. Будете ли вы себе его устанавливать? Будет ли там... Завтра после подкаста не 10 плюс активных установок, а 100 тысяч плюс. Да, но мы желаем ему, на самом деле. Это круто. Вообще, бэкэнд это круто. Да, он, кстати, говорил, что в Яндекс хочет отправить как типа официальный плагин. Но я думаю, место на аллее славы яндексовской он точно удостоен. А как официальный плагин, уж не знаю. Я просто не знаю, есть ли официальный плагин метрики. Давайте с этого начнем. Да, кстати, по-моему, нет. По-моему, у Ковшенина. Ну, у Ковшенина у него плагин прицепить, да. И это прикольно. Он мне нравится, потому что он там в самый конец все сует. И асинхронно подгружается. Короче говоря, удобно. Ну да. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Махатма Ганди. Я просто напомню цитату нашу, ею будем заканчивать. Подписывайтесь на... Подписывайтесь. Во-первых, смотрите разговоры у экрана, которые были в эту субботу. Там круто, вторая часть. Во-вторых, чуваки в чатике сказали, что они хотят свои разговоры у экрана без меня провести. Да там, я тебе больше скажу, они хотят, знаешь, что они уже сходки там в Москвах да, хотят. Да, но сходки в Москвах это неинтересно. А вот то, что без меня будет, это уже... Это... Мне вот это... Да. Не очень. Но зато я себя успокаиваю только тем, что оно на канале не появится. И не будет увековечено в сердцах миллион. А как они, как кто будет создавать там просто, и так далее, ну, и так далее. Чуваки создадут хэнгаутс, побазарят в нем и выложат на личный этот YouTube кого-нибудь. Ну, можно это обсудить, можно на какой-нибудь YouTube Design Live. Да кого ты, все. Ну ладно, они понятно. Они хотят без нас, значит будет без нас. Понятно. Так, потом не будет 3 недели у нас подкаста. Угу. Так, будем копить говно. Да, будем копить, собирать его по крупицам. И все про Apple в итоге будет через 3 недели. Потому что там как раз будет близиться презентация нового 6S айфончика. Жопы будем, в общем, греть. И да, подписывайтесь на нас в соцсетях. Будут там апдейты, что, когда и кого. А что ты не спросил про обойку? Точно, забывай. Как тебе, Никита, обойка, кстати? Я вот, знаешь, смотрю, и как бы это, как будто вот... Как тебе сказать? Как собака Баскервилли. Собака Баска вот должна здесь пробежать. Причем собака Баскервилли из того BBC-шного шерла. Да, помнишь, да. Там где типа мутации, дым, там, всякое да, говно, да. Там как раз о том. Я думал, ты скажешь, напоминает, как в плагине дяди Лёши твои посещаемости с 34 вот так с горки катились в 17 куда-то туда. Точно, точно. Примерно так вот это было. Да, подписывайтесь на нас на ВК, в Фейсбуке, не буду говорить, там порослом хом, опять же. В ВК, в Твиттере. В Инстаграме тоже не буду говорить, там тоже мхом поросло. Везде, и на iTunes, да, наша эпопея с iTunes так и не закончилась. То есть те, кто подписались, у них все выпуски прилетают стабильно. Те, кто не подписался, видят, что как будто у нас 42-й последний. Я с iTunes-овской поддержкой все еще разговариваю. Они мне присылают скрины, что у них все норм, если RSS-ку смотреть. А я им присылаю скрины, что если в магазине смотреть, то ни хрена не норм. Они гасятся и не отвечают. Не знаю, когда они выйдут. Морозятся, короче. Морозятся, да.
Так что всем хороших отпусков. Увидимся уже ближе к сентябрю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачного дня. Пока. Пока.